Добро пожаловать на мой Roblox-канал. В этом видео вы узнаете новую информацию о бесплатных вещах. Ну а если вы хотите узнавать новые промокоды в Roblox, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте на нем колокольчик, чтобы их не пропускать. Поставьте лайк, ведь вам не трудно, нам будет очень приятно. Ну что ж, давайте начинать. Я могу вам сразу сказать, что новые бесплатные вещи будут связаны с сериалом, который называется «Странные дела». Поэтому эти вещи будут связаны именно с этим фильмом. Давайте же посмотрим, что за вещи и как их вообще найти в магазине. Чтобы найти эти вещи, давайте для начала найдем вот такую вот группу. У нее будет вот такое вот название, давайте вместе с вами его напишем. Она называется Netflix. Если что, именно эта компания выпускает сериал «Странные, очень странные дела», с которыми будут связаны наши бесплатные вещи. Так вот, вот эта группа, вот так вот она выглядит. Теперь давайте вот здесь выберем у нас админов этой группы, вот это 24. Давайте выбирать, и мы должны пролистать где-то примерно на вторую страничку. И вот мы видим вот такого вот разработчика. Вот так вот он выглядит. У него ник Егор и так далее. Там есть еще цифры. В общем, давайте на него зайдем. Теперь, чтобы посмотреть, какие вещи мы получим в скором времени за ивент, мы должны нажать на его инвентарь, то есть на его вещь. Тут нам высвечивается очень много параметров, чтобы выбрать. Но нам нужно выбрать именно вот эту кнопочку. Поэтому, когда мы нажимаем, мы попадаем на вот такую вот страничку. Давайте посмотрим, вот это будет первая бесплатная вещь, которую мы сможем получить в скором времени. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Это у нас получается вот такая вот шапочка с волосами, мне кажется, она выглядит очень круто. Я бы хотела себе такую получить. Это у нас будет одеваться на голову нашему персонажу. Давайте посмотрим еще вещи, которые мы сможем получить. Это у нас идет вот такая вот следующая шапочка тоже, наверное. Мне кажется, она тоже очень прикольно выглядит, я не совсем понимаю, как она будет работать. Но надеюсь, она будет тоже достаточно прикольной, чтобы мы все с вами вместе ее получили. Давайте переходить к еще одной бесплатной вещи, которую мы получим в скором времени за ивент. Это вот такая вот шапочка. Давайте посмотрим, мне кажется, выглядит она очень симпатично. Она вот такая вот черно-белая, на ней изображен какой-то монстрик или чудовище, я не знаю. Может быть, это будет связано как-то с новым прокатом сериала, который скоро выйдет. Вместе с вами мы сможем получить еще вот такую вот шапочку. Вот так вот она будет выглядеть, тоже наподобие первой шапки. Тоже вот такая вот кепочка, только получается синяя, бело-красная. И тоже вот с такими вот волосами, мне кажется, очень прикольная идея шапок. Также, ребята, мы вместе с вами сможем получить с помощью нового ивента еще другие бесплатные вещи. Например, вот такую вот маску. Мне кажется, она выглядит очень так смешно, может быть, даже немножко страшненько. Но тоже будет неплохо, если мы вместе с вами ее получим. Давайте смотреть. Еще остались некоторые бесплатные вещи. Например, вот такую вот бесплатную вещь, если что, это тоже вот такая вот шапка. Давайте еще одну посмотрим, заключительную. Это вот такой вот кроссовок, тоже, мне кажется, неплохая вещь, если нам дадут вот такую вот бесплатную вещь. И вы спросите, где мы сможем это все получить. Нам же для этого нужно пройти какой-нибудь ивент или выполнять какие-нибудь задания. Так вот, давайте посмотрим на карту, которую скоро добавят. Вот такая вот карта скоро у нас появится. Она даже уже называется «Странные, очень странные дела», как название сериала, который скоро выйдет, с которым будут связаны все наши бесплатные вещи. Вот такое вот название, если на русском. Автор вот эта самая компания, которая выпускает сериал, на который мы только что смотрели ее группу. И пока что эта карта еще не открыта, но уже очень скоро она будет открыта, и мы сможем с вами проходить ивенты, получать различные бесплатные вещи, которых, кстати, достаточно много. На этом наше видео подходит к концу. Всем спасибо, что вы посмотрели. Я надеюсь, мы вместе с вами в скором времени пройдем этот самый ивент и получим все вот эти бесплатные вещи. А если вы не хотите пропустить прохождение этого ивента, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте на нем колокольчик. Поставьте лайкусик, ведь вам не трудно, а мне будет очень приятно. Я всем желаю хорошего дня и всем пока-пока!